О строительстве социальных объектов Одинцовского округа доложили главе муниципалитета Андрею Иванову в ходе еженедельного совещания в окружной администрации. В настоящее время в стадии строительства за счет бюджетных средств находится 4 детских дошкольных учреждения. Суммарно это на 1430 ребятишек. В том числе это в Гусарской Балладе, в городе Кубинка, в микрорайоне Трехгорка города Одинцова и в Новоивановском. А также 7 школ на более чем 6500 учеников и 3 объекта здравоохранения. Сады в Гусарской Балладе и Кубинке готовятся к вводу в 2022 году, а в июле 2023 будут введены в эксплуатацию детские сады в Трехгорке на 400 детей и в Новоивановском на 300 воспитанников. К новому учебному году откроют свои двери и новое помещение школы «Надежда» и пристройка к 14-й гимназии в Одинцове на 500 мест. Здесь уже завершили строительство стадиона и сейчас готовят документы для передачи его гимназии. По стадиону тоже нужно помочь, отделить это на... разделить на отдельные этапы, да, для того, чтобы мы могли уже оформить стадион как объект и пользоваться им полноценно в рамках уже единого комплекса с гимназией. К сентябрю следующего года будет введена в эксплуатацию школа на 2200 учеников в Гусарской Балладе, а к декабрю планируется достроить школу в Немчиновке на 550 учащихся. Здесь сейчас задействованы 11 рабочих и 5 единиц техники, и по мере необходимости количество людей будет увеличиваться. Строительство идет с небольшим опережением графика. А проект школы в поселке Горки 2 на 550 мест утвердили в 2021 году. Его строительство планируют завершить уже к новому учебному 2024 году. Ольга Дмитриева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».